Добрый день, уважаемые клиенты авторазбора Гидрач. Сегодня к нам приехала Audi A3 в разбор. 2007 год, 2 литра автомат. Немножко перед битый. В остальном машина отличная. Комплектация без климата, с кондиционером, мультимедиа. Сидушки целенькие. Газанем немножко. Машина не дымит, это белый пар, то есть машина не прогретая после мойки. Господи, где у нее этот капот открывается? Не вижу. О, нашел. Здесь у нас 2 литра. Мотор сухой, не стучит. Проблемы есть с глушителем, поэтому такой звук может на видео передаваться. Вот. Компрессию попробуем замерить и прокатиться также на этой машине. Сиденья уже проданы. Очень популярные с купешки сиденья. Люди ставят на всякие Нивы. Обзор АКПП Audi A3, 2007 год. Коробка отлично переключается, ни затягиваний, ни шумов посторонних нету. Адекватно работает. Рисковато газанули. В спокойном режиме. Audi A3. Замер компрессии, первый цилиндр. Двенадцать с небольшим. Второй цилиндр. 10. Третий цилиндр. 12. Четвертый. 12. Вот, хорош.
По итогу имеем 12, 10, 12, 10.